Ну, салам алейкум, дорогие друзья. Доброго дня. Мы приветствуем зрителей телеканала РГВК Дагестан, зрителей YouTube КАС в онлайн-таблице. Страна находится в зоне вылета, поскольку их ближайший конкурент Бекенес, если побеждает, набирает 22 очка, а входит Сирону, которая сегодня опустила осечку. Сирона красивым, красочным. И самое главное, на поле будет царить взаимоуважение. Началась 80% это болельщики Саны, друзья мои. Начали красно-белые очень активно. Сейчас Вагалов удар первый по воротам. И вот вам сейв Абдуразака Гаджикадиева. И вот на матче 9-го тура 100% символическая сборная. И после этого Магомедхан Магомедов. Вот сейчас момент, и Сана выходит вперед, друзья мои. Рамазан Магомедов 1-0 получает, в касание перенаправляет ее. Вот Джабраилова, кстати говоря, вот Гамзатов также очень классно он вписался в игру Eagles. Вот сейчас передача на Рамазана Магомедова, и Абдуразак Гаджикадиев на выходе ногой. При всем уважении, при всей той любви к другим командам, ну, Сана — это ведь такая вишенка на торте под названием ДНБЛФЛ Дагестана, да. И тем более мы знаем, на что Сана способна в одной конкретной встрече. И это Ой, Абдулла Магомедов 1-1. Классно, как сейчас он оббежал просто-напросто Сиражина Рабаданова. Он там не разобрались, голкипер с защитником. Туда, вперед, ближе к нападам. Гаджибекова вот сейчас по-прежнему остается впереди. Абдулла Магомедов удар! И вновь отражает Магомедалиев. Но эта история ведь не об этом, а о том, как сейчас выручил Магомедалиев. В следующий раз может не выручить. В следующий раз может кто-то оказаться прямо на добивании. Поэтому вот такие удары Абдуллы нужно накрывать. Раджаб Магомедов. Классно, удар 2-1. Раджаб Магомедов шикарно все исполнил, как обыграл он Шамиля Магомедова и слева, и в дальнюю девятину без шансов существовать. И вот, собственно говоря, Богатырев взял и пробил. Вот сколько... Как сейчас Магомедов не попадает по воротам в это время. Внимание! Удар по воротам и гол! Гол Рамазана Магомедова 2-2! Дубль оформляет Магомедов! И ликует Сана! Нужно уже водить мяч, да, и Магомедов сейчас поторопил, конечно же. Магомедалиева, его сразу же! Сразу удар Рамазана Магомедова! Пошла передача. Вновь Абдулла. Неплохо на Магомедхана Магомедова. Тут еще на Гамзатова, и вот так вот. С левой ноги в ближний угол Магомед Гамзатов пробивает поворотом сразу же. Сразу же передачу отдать. И вот теперь со второй попытки только лишь доставляет мяч до Рамазана. И он сразу бьет. Прием мяча и сразу же удар. И ведь створ. Этих людей невозможно, по-моему, не любить, друзья. Богатырев с левой в руки Магомедалиева. Классный эпизод. Ну и включаются болельщики Саны. Вот сейчас, конечно, самое для них время. Последняя минута идет. Ахмед Пашаев. Классно. Крученый, какая передача на дальнюю. Или это был удар по воротам? Футболисты. Ну и болельщики гонят Сану вперед. Вот сейчас это уже одна из последних, если не последняя атака, друзья мои. Да, стекло и добавленное. Нуров! Ой-ой-ой-ой-ой! Магомед Нуров. Нет, это был угол.